Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал внеочередное заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Латинском коридоре. Нагорный Карабах стоит перед непосредственной угрозой продовольственного и гуманитарного кризиса, заявление МИД Армении. Незаконным блокированием Латинского коридора Азербайджан явно нарушит свое обязательство, заявил Рубен Рубинян. Власти Арцаха, будучи готовыми к диалогу с Азербайджаном, имеют красные линии, которые они не будут переходить, заявил президент Арцаха. Ожидаю активной реакции международных акторов. Защитник прав человека Арцаха предупреждает о грубых нарушениях прав человека. Вашингтон акцентировал внимание на необходимости разрядить напряженность между Арменией и Азербайджаном и вывести обе страны на путь стабильного урегулирования, заявил Нед Прайс. Страны Большой Семерки пообещали Украине восстановить и защитить ее критическую инфраструктуру. Евросоюз направил в Косово спецпредставителя по региону для содействия в снижении напряженности.